Ну что такое? Я ищу газ, а она не едет. Я ищу, я назад, а она и назад не едет. Ну, короче, мы сели на мель. Вот, я, ты, море, мель, вот. И непонятно где, лодка не, больше не двигается. Палкой потыкал, вроде не очень глубоко. Думаю, ну я вылезу, попробую лодку толкать. Ну, значит, прямо в ботинках, штаны задрал, туда в Темзу нырнул. И, значит, лодку толкают, Таня газует назад на полный, двигатель уже ревет, греется. Мы останавливаемся, чтобы он немножко охладился, успокоился, потом опять. В общем, я всю эту лодку, все эти 18 метров обошел, изматерился, весь какой-то тины в ботинке напинал. Узнаю Артура. Вот, и, короче, блин, ну, час примерно попыток ее двигать и палкой из лодки толкаться, и ни к чему не привел, сидим плотно. Звонили по телефону в Environmental Agency, Emergency Line. Такие дела, вот наша лодка такая-то, такая-то, мы сели на мель. Она такая, ну, какой ближайший лок, который вы проехали, шлюз? Ну, мы говорим, ну, сейчас я до него дозвонюсь, спрошу их, что там как, и вам перезвоню. Ну, проходит 10 минут, она действительно перезванивает и говорит, ну, что я могу сказать? И дальше она говорит как будто от себя, но такое ощущение, что это цитата проснувшегося вот злого смотрителя лока, который такой, разъездились тут. Такой, Environmental Agency, это не организация, которая занимается спасением лодочников, как бы мы, наши полномочия, все. Смешная такая, мы на мели, куда, какой нахрен якорь, куда мы денемся? Но потом все-таки подумал, ну ладно, выкинули якорь, вот, а утром просыпаемся, в принципе, мы стоим. Но когда мы попробовали, но лодка начала покачивать, и когда мы попробовали все-таки отплыть без особых надежд, она начала двигаться реально. И, значит, секунд через 6 до меня доходит якорь. Вот, якорь я забыл. И к тому времени он уже так прилично натянулся. Ну, кроссовки мочить не хочется. Я думаю, вот у меня резиновые тапки. Я, значит, в них. В реку в ту же секунду мои резиновые тапки с меня слетают. Естественно, я оказываюсь по уши в каком-то речном дерьме. И я, значит, матеряюсь пешком. Пешком по веревочке нахожу его, поднимаю, якорь 14 килограмм. Кадры из бриллиантовой руки, по-моему, да? В общем, я донес якорь обратно до лодки, мы поехали дальше.